Как будет развиваться республика в ближайшие 17 лет и к какому результату должна прийти? На заседании экономического совета при главе Чувашии обсудили стратегию развития 2035. Предсказывать будущее – категория не экономическая. При составлении перспективных планов опираются на другие документы – прогнозы, расчеты, конкретные проекты. Министерство экономического развития подготовило документ, который кратко можно назвать «Стратегия развития 2035». В ней 5 ключевых целей – рост конкурентоспособности экономики региона, создание еще более привлекательных условий для инвесторов, развитие бизнеса, обеспечение экологической безопасности. Впрочем, главным героем стратегии является человек. Необходимость разработки стратегии вызвана целым рядом изменений функционирования экономики, развитием новых технологий, потребностью формирования актуальных стратегических задач. Стратегия нацелена в первую очередь на удовлетворение потребностей населения. Это прежде всего создание условий для развития человека. Информация о том, как достичь ключевых целей, также содержится в документе. Так, например, чтобы экономика оставалась конкурентоспособной, необходимо переводить ее на цифровые технологии. Тренд по развитию цифровой экономики президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задан. И не заниматься ее развитием – это значит отставать в отрасли. По нашему мнению, развитие цифровых технологий увеличит долю в экономике республики на наукоемких отраслей. Наукоемкие технологии требуют квалифицированных кадров, а значит развитие ряда направлений образования и хороших условий жизни, чтобы эти самые кадры оставались работать в регионе. Иными словами, стратегия 2035 – это большой комплексный документ, который определяет вектор развития на ближайшие 17 лет. Глава Чувашии поручил доработать его до конца этого года с учетом предложений участников экономического совета. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.